Раньше было. Не знаю, что раньше было. Одни, а 20-е. Но мы должны все десантные боты уничтожить одним могучим ударом. Ну да, лбом. Хорошо, бухать побольше. Тараном. Какой мировку поставил. Направо идем? Давай сначала левых, потом вдвоем направо пойдем. Так, тут корабли есть или только это лодка? Да, десантные суда и там, может. Бомбы, если рядом что попадется, проноситься будешь, потопи там эсминец или два. Ики. Ой, привет. Как у нас жизнь в Москве? Как обычно, фигня. Фигня? Так давай махнемся квартирами. Ты сюда, я туда. Ты хочешь ко мне? Я говорю, давай махнемся квартирами. Ты в Иркутск, а ты... я в Москву. Надо обязательно махаться. Ну раз там фигня. Что тебе там фигня? У меня снег лежит в моих краях. Классно, интересно, у нас-то когда хоть пойдет. У меня вообще дождик был, сейчас мороз. Это дождик. Все замерзает. Ну что я могу сказать, не повезло вам. При нас он релиз. Даже коньки не помогут, только ледоруб. Давай попробуем первым заходом десантные боты, кто сколько заберет, а я попытаюсь сделать левый разворот и там легкий крейсер потопить. Да я думал, ты ко мне уже собрался. В смысле? Ну зачем махаться? Можно просто вместе. Сплошная экономия? Ну конечно. Тут я на Хэллоуин ходил. И что, как? В бар. Ну, естественно, Хэллоуин, все раскрашены, все в кровище с ног до головы. И я. В белой рубашке, в пиджаке и это. В маске Гая Фокса. Так. Ну, а ходил я с девушкой. А? Ходил я с девушкой и... Ой... Я лошара. Ходил я с девушкой. И... Короче, нас там фотографировали. Ну, короче, фотограф был приглашен и фотографировал весь этот бар. Всех-всех-всех. В том числе и меня. Несколько раз. Ну и девушку, с которой я. Я взял и свои фотки выложил на аккаунте в Одноклассниках. А да, там... На... А я видел их. Наверное, может быть, не знаю. На аккаунте в Одноклассниках. И моя троюродная сестра потеряла покой и сон, с кем ты там в баре. И что это был за бар? Да. Потеряла покой и сон, ты с кем там в баре? Ра-ля-ля.
правильно. Она же за тебя волнуется. Я думаю, что просто чисто женское любопытство. Ну, это тоже. Я бы тоже спрашивала. С кем ты там был, если не секрет? Я говорю, с девушкой. Это мы и так поняли. Ну ладно, не хочешь, не отвечай. А ее мужа больше всего заинтересовала, чья там сиська на это. Ну, у девушки попадала в кадр рука и вот как раз сиська. И вот все, кто мою фотку видит, все спрашивают, чья сиська. Что-то эти десантные боты какие-то бронированные. Дукат, выпускай закрылки. Чтоб подольше стрелять в бота. Я там газ выбросил. Ага. Перелетел. Вот я что-то хреноватенько слышно так. Подорвался? Да, что-то типа того. А Дуката всегда так слышно. Ну или почти всегда. Это необъяснимые тайны его компьютера. Он, блин, снимал видео, и нигде, короче, меня нету. А он специально так? Там только одно, наверное, видео, где она ставит телефон. Да, там только одно видео с укропом, где я там, типа, вначале говорю, что, типа, я уложу и приду, и все. И меня там даже нету, лодка. Ну, а с другой стороны, зачем на YouTube выкладывать такой позор? Ну, знаешь, у него, блин, со всеми есть видео, со мной нету. Ну, ты мало с нами общалась. Да. Я, кстати, тоже пишу. Я не знаю, может, могу в качестве предложения отправить Дукату свое домашнее видео, он выложит. Домашнее видео? Да. Это звучит пошло. Ну, смотря какое у тебя домашнее видео, каждый думает в меру. Конечно, нет такого домашнего видео, но я думаю, в меру своей испорченности. А, то есть ты думаешь, какое хотела бы иметь? Ну почему бы нет? Ура. Ты не сбрасывал? Что вы там делаете? Мы бомбим. И штурмуем. Дукат, у тебя движки кипут. Ты очень высоко сбрасываешь. Сзади? Корсар? А, не на тюнинг тебе. Давай, вон мочи боты, которые почти к берегу подошли. Пошли в ангар.